Всем доброе утро! Я собралась, упаковала все прянички. Сейчас мы их развезем и поедем куда-нибудь с детьми. Я уложила в коробочки, в пакетики новогодние. Вот, все здесь все коробочки упакованы. Вот еще одна коробочка с коробочками. И мы поехали. Смотрите, мы на Уральской, тут все в воде. Сейчас мы выплываем и едем в СБС. Даже на этой, да? Четыре! Ну, сейчас еще попробую, кто найди. Да, сейчас же еще попробуй найди эти четыре места. Пошли, тут такая красота, гляньте, какая. Клёвые какие пряники. Все в СБС. Нашли парковку, но все нормально. Припарковались. Вот еще пряники, машинки, олени, да. Пряники тебе понравились? А кто это? Какой? Белый? Садись, я тебя сфотографирую. Рыбки нету пока. Мы зашли в просуши по традиции. Выбираем теперь, что нам купить, да? А где детская комбо, нам сказали? Где-то в меню есть? Пойдите посмотрите. Салат с угрем пробуем. А бери вот эту тарелочку для этого. Наклоняйся. Да и ты с зеленью даже ел? Нет. Так, комбо детский. Один с бургером. Вот, с картошкой фри. Афоня... Это Афоня с наггетсами, роллы. Афоня, как ты хотел, у тебя тоже роллы, сынок. Опа, а что брать, да? Так, аккуратненько, только не выможите. Чай, абрипика, апельсин. Видишь? Они в Афонина. У Афони все. Наконец-то папе хоть что-то принесли, а то он бедненький это. Он же на диету начал садиться. Бабушка у меня. Ага. Мама, она ребенок. Признай ребенка, говорят. Ой, мы в лесики зашли. Что ты нашел? Уйди. Ага, смотри, что я насёле. Или ты Пушкин? Ты Пушку нашел? Тут какой новый шарик, в котором залазишь и фотографируешься. Там как будто снежный этот стеклянный шар новогодний. Девочка, Сержа. Ой-ой-ой. Вика, это большая тебе. Положи ее на место. А, тут есть и по размеру. Афоня еле тянет. Иди. Афоня дотянул. Едет, едет. Афоня, ну как тебе? Едет, едет. Все, сразу. Антоха. Вот это мне вот эти прыжки всегда убивали. А ты тоже хочешь? Нет. Боюсь, тут может... Молодой человек. Со своим ремнем. Пока, Афоня. Ты обезьянка на пальме висишь. Папа на обезьянка.
папа отдыхает. Афонька! Ты прилетел! Давай, нет! Ну как? Еще? Нет! Я доволен так. Где наши мальчики? Пошли их искать. Сейчас мальчики пойдут в шар. Ой, будьте здоровы. Да не, ну вы же радуетесь, а то мы сняли. А можно я? Миша, бери! Грязь, какая снега. Бля, сколько у них снега. Афоня. Афоня, ложись сюда, ложись. Ему в ухо надо, чтобы он вытянул. Все, замело. Сейчас, Гришка. Не улыбайся. Гриша, сядьте втроем с вами. Уборка в квартирах, да, там, в помещениях. О. Слушай, это вот так вот такой куб, вот дети приезжают, закрыть их, чтобы они никуда не... Да, и хай закидывают, да? Ну, они разорвут же еще его, да? Афоня, отряхни! Их еще тут даже обдувают, да? О, видишь какая? Это новый вид, это. Блок, нет, а блок потом, выбирает. Нет, а потом такие, улыбнись, да? У Афони там во рту, да? Афонь, ну расскажи. Тебе понравилось? Да? Ну как снег? Зачем нам было ехать в горы, да? Ты как это красивый. Антош. Клевая, да? Страшно. Чего? Все нормально? Кто забил?
Папа тут развлекает всех. Гриша, сейчас тебе может куда-нибудь залететь не туда. Ну как тебе, Григорий? Сейчас кто еще? Афония будет? Ой, Андрей разлегся. Ку-ку. Сейчас будет Антон. Дима, пойдем в баню. Антон с Ваней покатает. Он дальше всех прокатился. Я думаю, детство должно быть. Так, наконец-то мы вышли. Ну что, вам понравилось, Лёсика? Да. Бля, уже кари, видишь, детский магазин. Или в ресторанный дворик, или вот сюда в харчо я хотела. Харчо, да? Суп харчо. Так, все, мы ждем наш заказ. Папуля заказал здесь чай с имбирем какой-то, но имбиря тут, конечно, вообще не пожалели. Да, пап? А это после концерта музыкальной школы, да? Пахнет так вкусно. Мама, это так красиво в хачапури. Мам, про чё можно, про чё можно, блядь. Ага, да. Вот этот, как его... Гриш, покажи фрикадельки. Гриша тут с фрикаделькой. Как будто мясо из пельменей выпало. Пельмени развалили. Варили пельмени. А у папы очень вкусный суп харчо. Прям очень ароматный, с кинзой. Хоть раз мне принесли раньше, чем вам. Да, отлично, он голодный. А мне тоже привезли. Привезли? Из Грузии. Мне принесли хинкали. И папе принесли... А, папе хачапури. Это хачапури я такой хотела. Горячий. Что, нам прям харчо очень понравилось. Правда, мы заказали карбонару, а нам ее так и не принесли. Но сейчас мы в чеке посмотрим, что там будет написано. Но мы молчим, потому что мы и так объелись. Очень вкусные хачапури с яйцом, которое очень... Блин, мне надо... Так, папа, расскажи свои и хинкали, кстати, да, вкусные? Мы нашли их в Краснодаре, нормальные хинкали. Ну, мы и нигде их и не искали, в смысле, в агрокомплексе они были ненормальные. После Сочи мечтали теперь о тех самых хинкали, вкусных, таких больших. В общем, здесь очень вкусные хинкали в СБСе, на третьем этаже, получается. Возле этого фудкорта «Харчо» называется место. Харчо, вон написано, харчо. Собачка. Пусть... Собака скоро наелась. Сейчас пойдем на туалет найти. Так, все это нам с собой. Пицца и хинкали. Нет. Так, у нас еще один рывок, кинотеатр. Последний наш. ВИП-зал, да. Зал номер 9. И мы уже опаздываем на 5 минут. Но там же еще сейчас должна быть реклама. А какие места? Ну сейчас же... Что? Хомячка. Хомячка? Да, но у меня на день рождения. Не гироскутер? Так хомячка тебе на день рождения? Так, в общем, у нас был VIP-зал с такими диванчиками. Антош. Когда мы вот туда и вот. Еще сюда хочешь приехать? Тут такая елка шикарная, и VIP. Иди сюда, посмотрим. Сейчас мы Гришу подождем. Как тут красиво. Мама, мама, я вот там. Это гироскутер там, да, мам? Это зеленый человечек. А где вы видите там?
Соня, да? Это 10 часов игры в боулинг! 5, мой батя. Да, тут затопило всю Уральск. Ну не всю, да, кусочками. О, еще один кусочек. Да, машина откатывается. Знаешь, это тоже такая капля в море, да, немножко? Да ничего. Кубов, наверное, 6 он заберет. Застрял, нахуй не говорит.